Эти два трехэтажные дома на улице Кривошапкина завершают первый этап федеральной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Усть-Нере. Общество с ограниченной ответственностью «Стройкон» пришли в Усть-Неру в 2013 году. За это время по программе ими уже сдано 13 жилых домов подобного типа. В строящихся домах завершен монтаж кровли и внутренних перегородок. Со следующей недели до холодов должны ввести в дом в тепло, поэтому сантехнические работы начнутся уже в следующей неделе. Параллельно со строительством обустраивается придомовая территория, тротуары, газоны, детские площадки у сданных ранее домов. По гарантийному письму, да, по прошлогодним домам, 20-квартирным домам, получается 120 квартир, 6 домов. А по первому Октябрьскому переулку там осталось еще по благоустройству отсыпки дороги. И все, по дорогам только осталось. Это срок устранения по 28 августа. Мы в ближайшие, вот буквально на следующей неделе, все эта проблема будет решена. Строители стараются не допустить отставания от графика, то есть создают предпосылку для участия поселка в реализации следующего этапа программы. Светлана Поцелуева, Павел Комин, НВК Саха, Усть-Нера.